Идея – это некое движение мыслей, которое рассказывает о вас через негласный язык одежды. Кто вы и что от вас ждут? Здравствуйте, меня зовут Индира. Я принимаю участие в проекте Назира. Я очень долго следила за ее блогом в Facebook и примеряла на себя каждый образ предыдущих участниц. И, наконец, поняла, что настало мое время перемен. И вот я здесь. Индира, здравствуйте. Меня зовут Мадия. Сегодня с вами буду работать я. Индира, вот учитывая ваши данные и внешние данные, прочитав вашу анкету, я решила вам придать вашим волосам, так как на них нету цвета, придать сочный модный цвет. Далее мы поработаем со стрижкой, так как вы всегда собираете хвост, мы облегчим эту длину, немножко расстанемся с длиной и сделаем вам модную трендовую стрижку. Вы готовы? Индира у нас относится к психотипу классик. Классик – это девушки скромные, выдержанные, спокойные цвета, ахроматические, то есть никакой яркости. По стилевому типажу Индира относится к мягкому натуралу. Это девушки костной, угловатой структуры, но хотя смягченная, то есть у нее больше деталей мягкого тела. То есть круглое лицо, мягкие формы, да? Это отображается в ее фигуре. Что рекомендуется? Исходя из разбора гардероба Индиры, мы выяснили, что Индира у нас любит вещи балахонистые, темные, серые оттенки, то, что более скрывающие, и более спортивные вещи. В данном случае идеальный вариант для Индиры – геометрические линии, акцент, который выстраивает полностью Индиру. То есть, если до этого у нее были более такие пышные формы, сейчас она выстроена и выдержана в строгий силуэт. Индира вытянулась. Участие в проекте преображения от Назиры явилось для меня просто выходом из зоны комфорта. За эти дни я получила огромный заряд позитива, энергии и, ну, естественно, комплиментов тоже отхватила. Ключевым моментом в моем преображении стали консультации с Назирой, как с профессиональным стилистом, которая полностью разобрала мой гардероб, мою внешность и даже некоторые мои привычки. Нельзя не отметить также профессиональные консультации косметолога, психолога, стилиста. Особое удовольствие доставило сотрудничество, конечно же, с магазином Penny Black, с профессиональными консультантами и с замечательным выбором одежды. И я хотела бы остаться в этой зоне комфорта, о которой я говорила ранее, потому что здесь я чувствую себя органично и естественно. Естественно, мое сотрудничество на Назире продолжится, и я надеюсь, закрепится еще на долгие годы вперед. Человек – это уникальная геометрическая смесь, где я использую стилевое типирование каждой героини. И в итоге мы получили сногсшибательные, поразительные образы.